Я Джамбо Джош, новый монстр из игры Сад Банбана. Успейте поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе в следующий раз, когда вы будете играть, я приду к вам и съем вас. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ух, кто-то не успел. Скоро я покушаю. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про качков буквы Alphabet Lore. Да, наконец-то буквы Alphabet Lore стали качками. Так что, ребята, если вы еще не видели, ссылочка в описании. Ну и да, ребята, всем огромнейший приветик. Ну а с вами снова я, Slack Must, и, конечно, Dark. И сегодня мы, друзья, проведем новенький обалденный эксперимент. У нас, друзьяшки, появились новые монстры из игры Сад Банбана, Garden of Banban. И сегодня эти монстры из игры Сад Банбана будут прыгать по ступенькам лестницы и соревноваться, кто же из них выше всех прыгает. Все это в игре под названием Garry's Mod. Привет, друзьяшки! Ну вообще, да, ребятки, у нас появились такие новые монстры Сад Банбана, Garden of Banban. Это у нас, ребятки, Банбанелла, девочка Банбана. Это Банбан сам, собственно. Это капитан Фиддлс, вот такой прикольный фиолетовый чудик. Это, ребятки, Джамбо Джош. Он, наверное, самый такой известный, да, из монстров Сад Банбана. Это, ребятки, птица Апила, вот такая птичка Дудо Апила. И это Стингер Флинн, вот такая какая-то медуза. И сегодня давайте, ребятки, проверим этих монстров на ступеньках лестницы. Но если вы, ребятки, хотите больше роликов с этими новыми монстрами по этой новой игре, то давайте мы наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, друзья, конечно же, еще много всего крутого запишем. Вообще, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а мы прямо сейчас же начинаем наш сегодняшний выпуск. Погнали! Так, ну чё, Дарк, давай сравним Банбана против Банбанеллы. Давай. Ну, мне кажется, одно и то же должно быть. Ну, сейчас посмотрим. Давай, раз, два, три, побежали. По-моему, ребятки, Банбан, то есть мальчик, да, красный, за которого я играю, он побольше, наверное, должен выше прыгать. Если бы я ещё, конечно, бы не застрял. Так, ты тоже что-то там застрял, да? Ха, они ходят так странно, как-то то ли быстро, то ли медленно. Смотри, я, кстати, уже на оранжевых ступеньках. Неплохо. Я только на желтых. Давай, остаю, догоняй. Ну, девочка, наверное, слабее мальчика должна быть, по идее. И, наверное, как-то поменьше должна она прыгать, послабше прыгать. Так, давай, на вторую красную. Слушай, я запрыгал даже на вторую красную, обалдеть. Ого, хорош. Так, но на черную нет, ребят, Банбан уже не запрыгивает. Мне бы никак. На первую красную хотя бы запрыгнуть. Я думаю, запрыгнешь. На вторую красную не знаю, потому что я еле-еле-еле-еле прям вот запрыгнул. Да, видишь, могу. На вторую красную же не можешь. А Банбан смог. Так, ребят, окей, проверили. Банбанелла пока что хуже Банбана прыгает. Кстати, да, ребят, если будете играть с читами, то к вам придет друг Банбан. Не, к вам придет Джамбо Джош. И сожрет вас. Давай сравним Джамбо Джоша против Стингер Флина. По размерам они больше подходят. А птицу Додо Апилу сравним против капитана Фиддлза. Так, ну чё, давай, кто, кстати, за кого поиграет? Ты за птичку или за капитана? Ну, давай за капитана, он мне больше нравится. Хорошо, я-то за птицу попрыгаю. Ребят, не волнуйтесь, сейчас мы еще с Дарком обязательно поменяемся и поиграем за других монстров. Друг против друга там попрыгаем. Или можно будет сравнить еще, кстати, на ступеньках лестницы, не знаю, в этом выпуске или в каких-нибудь следующих, монстров Сада Банбана против монстров там по Playtime или монстров Радужных Друзей. Короче, давай, раз, два, три, побежали. Птичка против капитана. Ё-моё, птица летает. Слушай, я не знаю даже, кто из них выше прыгает. Выше не знаю, но я как-то побыстрее, по-моему, приземляюсь. Я побыстрее летаю, видишь ли? Опа. Ты, кстати, по-моему, повыше прыгаешь даже, ого. Да, обалдеть. Вот в том-то и дело. Капитан Фиддлс, я, кажется, ребят, на черный тогда прыгнул. Смотрите, как обалденно прыгает, вижу. Так, птичка чуточку похуже. Окей, ребята. Прыжок. Давай. А, я врезался. Слушай, я уже на черных ступеньках. Довольно-таки легко сюда залетел. Я бы тоже сейчас был. Давай. Главное, не перепрыгни. Главное, не перелети. Не перепрыгну. Молодец. Кстати, я повыше прыгаю. Кстати, ребят, мы еще, я думаю, обязательно проверим, какой же самый сильный монстр из игры Сад Банбана. Ну, я думаю, это Джамбо Джош, скорее всего. Но мы их, я думаю, как-нибудь уравняем, и это обязательно проверим. Так, ну и теперь давай Стингер Флинн против Джамбо Джоша. Я чур за Джамбо Джоша. Все. Не знаю почему. Ко мне смотри, как он прикольно бегает. Как, знаешь, когда горилла, смотри, на руки опирается, такой, прям такой злой, прям агрессивный, ребят, бегает. Ладно, давай, готов? Раз, два, три, побежали.
О, кстати, я побы... А, нет, ладно, я не быстрее. Ты пониже Ой, прыгаешь. Ой, капец, ты выше. Да, конечно, посмотри, как он здоровый. Опа. Ребят, капец, конечно, прыгает наш Джамбо Джош. Ну, знаешь, я, может, высоко и прыгаю, но как-то я довольно-таки долго, по-моему, приземляюсь. Есть, ребят, ну, да, толку? Есть такое. Ты понимаешь, есть такое. Это роляет, скажем так, когда небольшая разница в высоте прыжка между теми, кто ну, прыгает. Ну, смотри, ты уже меня почти догнал. Так, ребята, я прыгаю теперь на черную. Так. Вот, я только приземляюсь. На вторую красную. Все, я здесь. Я на черной ступеньке. А я до черной не долетаю. Не допрыгиваешь? Серьезно? Нет. Вон, смотри. Допрыгиваешь, по-моему. А хотя... А, ну, кстати, может и могу. Надо 50 на 50. Ладно. 50 на 50, не знаю. Нет, ты слишком как-то близко, Дарк. Ты неправильно прыгаешь. Дай мне этого Стингер Флина, я тебе покажу. Ну, давай, давай. Смотри, уйди. С одной попытки сейчас запрыгну. Ну, давай, Нужно давай. Как-то, ребят, вот так вот сбоку. Оп. Вот так, оп, прыгаем. И запрыгиваем. Я же говорю, с первой попытки. О, ну, слушай, ладно. Я просто, знаешь, привык, что обычно, если кот на черную ступеньку запрыгнуть можно, то достаточно с притыка так немножечко разбежаться, чтобы никуда не перелететь и нормально допрыгнуть. Ну, а здесь а так не работает. Так странно прыгает. Ну и смотрите, да, ребят, да, да. Получается 4 монстра, это Джамбо Джош, Стингер Флин, Капитан Фиддлс и Птица Апила допрыгнули до максимальной черной ступеньки. Бан-Бан допрыгнул до второй красной, и Бан-Банелла до вот этой вот красной первой ступеньки. Ну а теперь давайте, ребят, поиграем с этих монстров, за которых мы еще не играли, и как-нибудь их друг против друга сравним. Предлагаю, так, ты за кого еще не играл? Ты не играл еще за Бан-Бана, да? Да, я не играл а за Бан-Бана, я не играл за вот этого за Капитана вот этого Фиддлса, я еще не играл. Давай вот Бан-Бана с Капитаном Фиддлсом сравним. Прикольный, ребят, чудик, реально прикольный. Он мне напоминает и серьезного Сэма, там такие были. Ой, я не помню, как они. А, помню, помню, да. Гнаары, помню, как я не помню, как они назывались. Такие монстры, короче. Они еще, по-моему, одноглазые были, если не ошибаюсь. Вот они, ребят, такие же. Ну, главное, что у них рот в животе был страшный. Да, 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 да. Готово, давай, раз, два, три, побежали. Опа, не догонишь, не догонишь. Слушай, ты был бы идеальным борцом, ты, кстати, быстрее, точнее, выше меня прыгаешь. И, по-моему, быстрее бегаю и выше прыгаю. Хорош, ребят, хорош. Довольно-таки хорошо, смотрите, получается. Угу. Привет. О, капец, ты чё такой шустрый, а? Нифига себе, ты, конечно... Скорость приземления решает. Прыгаешь, нет, а? Да капец, чё, ты, да конечно, реально быстро прыгаешь, прям приземляешься за секунду. О. Не, я до тебя не успеваю. Хотя, да, вот подожди, ты сложно. Вот совершил ошибку. Так что, давай-давай, опа. Я-то, ребята, легко запрыгиваю. В смысле, ты не можешь допрыгнуть? Да, второй красный, да, я не могу. Ты знаешь, Дарк, как ты неправильно прыгаешь. Так, я уже до черной, все. Я уже допрыгнул. Будет сделать. Ребята, готово. Я уже до черной ступеньки. Ты не можешь допрыгнуть? Да. Дарк, да, я с одной попытки запрыгну. Не, сейчас запрыгну, запрыгну. Ну подожди, я, в принципе, еще одну просто заспавню и запрыгну. О, молодец, запрыгнул. О, все, я сделал. Фух. А ну-ка, ребят, давайте попробуем с одной попытки запрыгнуть. Раз я уже это сказал, давайте попробуем. Так, опа. Немножечко не допрыгнул. Ну, кстати, да, прям за него нужно разбег сделать. Но я каким-то образом в прошлый раз с одного раза это сделал. Во, вот так вот. Блин, нет, немножко, ребят, не смог. Да-да-да, это прям сложно, прям еле-еле дотягивает. Да. Прям впритык, видимо, мне очень повезло в первый раз. Давай-давай, капец, ребят, снова не дотянул. Ладно, давайте, ребят, теперь поиграем за тех, за кого мы еще не играли. Так, я за Стингер Флина еще знаю, точно не играл. За Бан-Банеллу, в принципе, можно особо, по-моему, не играть. Давай за птичку тогда против Стингер Флина. Давай, давай. Давай, таким образом попрыгаем. Ты еще за птичку, получается, да, не играл? Да, да, да. А подожди, а за Джамбо Джоша? Ладно, за Джамбо Джоша еще, ребят, придумаем. Давайте, раз, два, три, побежали. Теперь Стингер Флин против птицы Апилы. Или как ее там, Апеллы, Апилы. Ой, 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 смотри, как она крылышками машет, хорошо. Ты, кстати, выше меня в итоге прыгаешь. Ты прям очень хорошо, по-моему, прыгаешь, да? Прям да, обалдеть, слушай, как хорошо прыгаешь. Прям радует. Угу. На прыжки. Но с Джамбо Джошем, конечно, ой, ребят, никто не сравнится. Буду. Все, так, на красный. Так, отлично. Я тоже сейчас уже на красной буду. Вот, все, я на красной. Но мы же можем до черной, так что давай до черной прыгать. Да хорошо, хорошо. Так, все. И, ребята, прыжок. Давай, 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 давай. Опа, есть. Я допрыгнул. Серьезно, с первого раза? С первого раза, с первой попытки. А, хорош. А, стал тут такой, так ты высоко прыгаешь, мне. Ты же меня перепрыгнул. Ну и, ребятки, о, я знаю.
Я знаю, я знаю. Давай возьмем Джамбо Джоша и Бонбонеллу. И... О, ребят, как раз это маленькая версия Джамбо Джоша. А я прыгаю как раз за Бонбонеллу. Смотри, они как раз примерно одинакового роста. Готов? Давай. Раз, два, три. Побежали. Ты просто за маленького Джамбо Джоша попрыгаешь. А чё он так низко прыгает? Ну, потому что он маленький. Ты прям зачитанного тогда, получается, Джамбо Джоша играл. У нас есть, друзья, большой, у нас есть большой Джамбо Джош, взрослый, да? А есть маленький такой Джамбо Джош. Вот Дарк сейчас за мелкого прыгает. Как раз, чтобы его сравнить с Бонбонеллой. Ну да, иначе это будет неинтересно. Но, кстати, похоже, уже своего максимума достиг. Да капец, я еще и на месте прыгнул. Не, ребят, Бонбонелла не лучше прыгает. Да, он не может... Он не может запрыгнуть, получается, на вторую красную. Серьезно? Да, не может. Ну, Бонбонелла тоже не может. Бонбонелла тоже не может. У нее максимум только первая красная. Вот. Смотрите, ребят. Опа! И никак мы выше не допрыгиваем до второй красной. Ну и что, ребят, получается? Сегодня мы попрыгали за всех боссов, да, за всех этих монстров из игры Сад Бонбана, Garden of Bonbon. Попрыгали сегодня, ребят, за Бонбонеллу, за Бонбана, за Капитана Фидлза. Смотрите, какой прикольный Капитан Фидлз. Конечно же, за Джамбо Джоша попрыгали, за Стингер Флина попрыгали, за птичку Апилу вот эту попрыгали. Бонбан и Бонбонелла мне, ребят, Хагиваги и Кисимиси чем-то напоминают. Такие же. В общем, да, ребятки, вот такой сегодня мы обалденный экспериментик провели с новыми монстрами, с новыми боссами из игры Garden of Bonbon, Сад Бонбана. Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Ну а с вами, как обычно, был я, SlikeMust, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем, ребятки, желаем удачи, до новых встреч. Все, ребята, всем пока-пока. И его хорошего, друзьяшки.